Не согрел? Станешь, Макс. Мы тогда в него 20 дротиков слили, он не застанется. Да. Он очень сложно станется его надо. С подготовкой. Ну нет, они у нас были в другой карте. И в этой карте. В этой карте мы их встречали, но поймать не получалось. А так я ездила раньше на нем. Мне он очень нравится. Я пусту не его приучала. Да, он уже более крупный. Я так понимаю, а вообще все существа, которые считаются элитными, они не станут. Ну, большим было. Рен его знает, кстати. Он не очень, по крайней мере, в управлении мной, он не очень далеко, скажем так, бежал. Ну, то есть он прямо карабкаться совсем по отвесной стене он не сможет долго. Ну, так он жесткий. Костер. А у тебя есть это? Элеватор? Да, хорошо. Добрый день. Не знаю, он не поворотный. Подожди. Ты будешь пытаться его ловить? Он же тебя закрыл. Его надо или ты хочешь поймать? Не знаю, смотря какого уровня. Не важно, просто скорее всего.
Палас, да, не действует. Ну ладно, я потом возьму. Сейчас не будем его агрить. Он же ходит. Он же просто ходит. Я его не вижу. Он куда-то за эту зашел, в руинах. На стенку. Ты не агрика. Ко мне бы тогда стрел, ты на паче. Топая, а ты будешь на паче пытаться. Ну я отвязала. Ты не умрёшь. Миша. Не хочет. Не может он пока. Да, я здесь. Постой тут, сейчас я за мясом схожу. Пачи? Пачи чуть не убили. Ты взял, да, черный ягод? Да, быстро. Хватило бы нам. Thank you.
Вообще не скоро. Шесть и три за одну кормежку. Я сегодня раптора застанил, я его аккуратно. Ситуа на него еще не скоро сможем сделать, поэтому он успеет качнуть. Нет.
крутой, я тебе говорю. Я тебя мотаю. Подать курю. Да. Сейчас, кстати. 51-го. 51-го, знаешь? Да. На тебя согрелся или на меня? Пойдем, ладно?
Приручиться, Лёва? Что там? Молчишь? Разбухали. Редактор, это прикольный цвет. С кем они драли? Субтитры сделал DimaTorzok.
блин. А ты уехал на паразавре? Ягоды нужны. Что ты вот так резко нет?
Просто чтобы съездить. Пулеватка? Да, странную. Thank you.
музыку слушать. Все, ты больше не будешь так делать? Сейчас. Ну так и чё, ну? Закрылась, замолчала, а потом опять перестала молчать. Ну оно же знает, как тебе нравится. Оно хотело по максимуму тебя порадовать. Кончаю, блядь, это ты музыка. Поэтому ты почему-то мало кончала.